Русскую горнолыжную школу модернизируют. Специалисты провели регламентные работы по канатным дорогам. Летом установили линию снегогенерации на новый спортивный склон. Как отмечают специалисты, это позволит более оперативно и качественно оснежать спуск. Еще один склон увеличили примерно на 10 метров. Также специалисты сделали трассу фристайла. Кроме того, летом установили технологическую дорогу. Технологическую дорогу наверх. На самый верх нашей горы, на 18-ю опору. То есть мы можем уже обслуживать нашу канатку и все наши трассы техникой и поднимать ее наверх по технологической дороге. Доделываем наше здание школы. Из-за того, что у них этот коронавирус, они болеют там частично, поэтому немножко откладываются вот эти вот работы. Но строители пообещали нам сделать к ноябрю здание школы. Вселиться в новое здание школы планируют в ноябре. В ней будут находиться раздевалки для спортсменов, а также тренажеры и инвентарь. На данный момент в школу идет набор на такие направления, как горные лыжи, сноуборд, трамплин. Ребят принимают с 6-7 лет. Одним из плюсов горнолыжной школы Магадана является особый склон Ледянка. У нас в России нету трасс, которые напоминали бы ступеньки. А вот именно в Магадане есть такая трасса, которая у нас сейчас называется Ледянка. И мы хотим как раз в дальнейшем ее реанимировать и пустить под тренировочный и соревновательный процесс. И вот это будет как раз новый шаг у нас в подготовке спортсменов. Специалисты ждут устойчивых морозов, которые бы позволили заниматься горнолыжной трассой и днем, и ночью. Как только погода благоволит и склон будет готов, начнутся первые тренировки в этом сезоне.